И то самое стихотворение, которое она написала, подводя итоги под 32, прочитала она его тогда на нашем первом совместном онлайн-концерте, и я проревелась и сочинила песню. Подводя итоги под 32, понимаю горестно, что была порою и неправа, и весьма бессовестна. Не растила фруктов и овощей, не сажала дерева. В целом можно сказать, что почти вообще ничего не делала. Хохотала, разявясь, как крокодил, не над тем, что нравилось. Родила, да кто из нас не родил, но хоть с этим справилась. Надевала сандалии под пальто, нарушала правила, осознала немногое, да и то в основном неправильно. Но дожив до почтенных своих годов, поняла единственно, что когда ты встретить себя готова, скажи, иди сюда. И когда ты к себе приползешь, пьяна, от себя не спрячешься. И когда ты скажешь еще вина, а потом расплачешься. И любимую чашку, махнув рукой, прокинешь с грохотом, и разбудишь соседей в ночи глухой крокодильем хохотом. И соседи из ружей начнут палить, чтоб мы не топали. И когда ты скажешь, вот здесь болит, но не скажешь, что болит, да. Когда ты припрешься к себе сюда, неопрятно, нелепо, громко, седа и грязна немыслима. Такая же ясная, как беда, и почти что бессмертная, как вода. Обними себя. Да-д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 а